И сегодня же Евгений Карташов прокомментировал мирный план президента Петра Порошенко, призванный положить начало мирному урегулированию кризиса в Донецкой и Луганской областях Украины, а также заявление крупнейшего работодателя региона Рината Ахметова, который на прошлой неделе в очередной раз призвал все стороны конфликта к мирному диалогу. Президент сегодня объявил, что в течение 70 дней должны прекратиться все боевые действия, развести воюющие стороны, так сказать, по разным точкам, тех, кого нужно пропустить назад в Россию, они должны уйти, и мы должны сегодня создать хорошую, нормальную, нравственно-моральную, хорошую психологическую обстановку. Я думаю, что это возможно. Я думаю, что вот Ринат Ахметов очень правильно сегодня действует. Он прекрасно понимает, как это нужно, как это сложно делать, как это нужно сделать. Его заявление всегда ложится в соответствующую грамотную, правильную точку. Он как раз и хочет, желает для того, чтобы Донбасс возродился как мощный экономический регион. Для этого нужно поступать так, как он предлагает сегодня.